Привет, друзья! Хочу я вам рассказать о новой функции YouTube, которая появилась у меня на канале. Называется она спонсорство. Да, вы можете поддержать мой канал. Сначала, скажу вам честно, я думал сделать несколько градаций. То есть самая маленькая градация это 49 рублей. Я скажу честно, сам являюсь спонсором одного канала. Я вам потом попозже покажу. Мне просто нравится информация, которую они дают. Хотя они вроде живут лучше меня, по идее. Но 49 рублей мне не жалко, поэтому я являюсь уже спонсором там более 4 месяцев. Сумма, в принципе, небольшая. Вот, но теперь перейдем к тому, что вы получите, если станете спонсором. Итак, 49 рублей. Все увидят, что вы поддерживаете мой канал. То есть ваши комментарии будут помечены особым значком. Естественно, и я это буду видеть тоже на эти комментарии. Я, конечно, буду стараться отвечать в первую очередь. Затем по чесноку я хотел сделать такую градацию примерно 250 рублей и выкладывать там закрытые видео, которые будут видеть люди, которые заплатили эти 250 рублей. То есть выкладывать там видосы про какие-нибудь более сложные потолки, но чтобы обычным людям они не были доступны. Посоветовался с друзьями, одни говорят, вроде бы неплохо, да, если набрать там даже хотя бы 100 человек, уже получается довольно-таки приличная сумма. Но в основном все мои друзья, которые учились делать потолки по моим видео, говорят, Мишаня, ну, как-то это не так. Вроде ты обещался рассказывать все, что можешь, все, что умеешь показать, а тут как бы вроде как и не все. И я решил отказаться от этой функции, вот, но добавил самую максимальную сумму, аж в 7000 рублей. Сейчас я расскажу, для кого она будет предназначена. А кто же такие спонсоры за 7000 рублей? Я предполагаю, что это могут быть потолочные компании, которые занимаются торговлей комплектующими, которые производят профиля для натяжных потолков. Либо кто-то хочет прорекламировать свою компанию, которая занимается установкой натяжных потолков. А что они получат за свои деньги? А получат они упоминание в видео. Пока спонсоров мало, это будет выглядеть примерно так. Открытые карнизы, острова с диффузной подсветкой, подиумы, декоративная перегородка, парящая линия, световая линия, треки, безрамный профиль, ниши с подсветкой. Хочешь узнать, как все это устанавливать? Приходи на бесплатный воркшоп по продукции Люмфер 31 октября и 1 ноября. Все ссылки в описании. Переходим, регистрируемся и будьте в тренде. Примерно вот таким образом и будет выглядеть упоминание видео. Но это пока мало спонсоров. Если вдруг их станет много, то будем делать несколько вставочек, либо перенесем их вообще на конец видео. Ну и, конечно же, все спонсоры будут перечислены, что они делают. Ссылки на их сайт или на Instagram, в общем, любые контакты будут указаны, естественно, в каждом ролике, то есть внизу в описании. Про воркшоп я сказал не просто так, поэтому, ребят, успеваем, переходим и регистрируемся. Совсем забыл показать, где находится эта кнопка. Она находится рядом с кнопкой «Подписаться», там же будет кнопочка «И спонсировать». Вот на примере канала А плюс А я вам покажу, как выделены мои комментарии и что я там, ну, действительно являюсь спонсором уже более 4 месяцев. Я надеюсь, что я доходчиво вам объяснил, что вы получите, если будете спонсором канала. Естественно, просто обычные люди, которые будут спонсировать по 49 рублей. Ребят, я вам буду очень благодарен. Эта сумма пойдет, естественно, на развитие канала. Ну а большие спонсоры, которые будут заказывать за 7000 упоминания в ролике, я думаю, тоже эта сумма не такая великая. Ну сколько стоит подать рекламу в какую-нибудь газету, например, в Москве или в Санкт-Петербурге. Я не думаю, что это какая-то сумма будет сильно меньше и от этого будет больший толк. Я думаю, что действенная штука у нас с вами, ребят, получится. Будем развиваться вместе. Всем пока, удачи. Обязательно, ребят, не болейте, берегите себя и своих близких.